А что ты здесь делаешь? Я ищу скап. Это шлак такой. Чего? Шпак? Скап. Шлак. Руда с особыми вкраплениями, которые нужны для очень сложной работы. Для одних отходы, а для других ценный материал. Ясно. А мы вот собрались добыть кусок великанского резца. Того здоровенного резца, что подо льдом? Ха. Удачи. Эй, Синдри, ты знаком с Мимиром? Если ты об оторванной голове, которая мне подмигивает, держи ее подальше. Это не гигиенично. Ах, как это мило. Я тоже рад тебя видеть. Урод. Фух. Неужели ты украсил колчан моей стрелой, сплетенной из омела? На память о добром друге Синдри. Я так тронут. Трума! Так что там за идея? Угадаешь? Ну, наверняка не столбом тут стоять. Верно. Но как идти дальше? Трума! Осторожно, здесь же моя мастерская! Куда? В этот дом? Да. Но не найдется чем разбить лед и добраться до резца? Нет. Я еще угадаю. Мимир, ты бывал тут раньше? Да, как-то бывал тут в качестве посла. Пытался заключить мир между Асгардом и Ванахеймом. Та война унесла столько жизней. Но я не знал, что Тор уже начал охоту на великанов. Но как война богов касалась великанов? Никак, парень. В том-то и трагедия. Они не принимали участие в этом безумии. Но хуже труса Одина только кровожадный Тор. вышло. Да уж. И правда, к чему нам таиться? Надо освободить второй ремень. Да? Трума! Зачем наверх, если то, что нужно, внизу? Думай. Ну, кончик резца скрыт толстым слоем льда, который не растопить. Верно. И взрывных кристаллов рядом нет, так что это тоже не выйдет. Верно. Остается расколоть лед, но для этого нужно что-то непомерно огромное. Я понял. Хорошо. Как развернуть молот, чтобы он упал в нужном месте? Никак. Мы срежем его, съедем на нем вниз, и там уже будем разбираться. То есть идея положиться на удачу? Если у тебя есть другая, то я слушаю. А дальше? Держись. Все это плохая идея. Прыгай! Не вышло. Он не долетел. О нет, пол обвалился. Там чаша с песком, но достанем ли? Ты достанешь. Пойди сюда. Что там сказано? Коль времени нарушить ход, оно обратно потечет. Обратно? Как так? Эти знаки. Времена года? Да, но их порядок нарушен. Должно быть зима, весна, лето, осень. Зачем начинать с зимы? Мама пела такую песню. Я ее знаю. Зима. Тихо, голова. Песни мы тоже не любим. Ясно? Трей. То слово. Фола. Значит, длится. Попробуй. Фола. Отлично, парень. Пиши еще раз. Фола. Едем! Энергия поднимает платформу. Пиши еще. Фола. 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 Голова. Как это может быть? Я бы сказал, магия времени. Опасная штука. Ваны, высшие боги, раньше могли останавливать время. Сам Ньорд очень любил такие фокусы. Раньше? А потом? Ну, оказалось, что если остановить время, то солнце и луна тоже застынут в небе. А вот волки, которые за ними гонятся и мечтают их сожрать, не застынут. И боги решили не играть со временем. Не добраться! Пиши дальше, пока пол не обрушился. Спасибо. Я сыну. Да пошутил я, старый ты ворчун. Ну вот он. Как его освободить? Толкнем. Но... Готов? Соберись и толкай изо всех сил. Хорошо. Прыгнем. Правда? Вперед! Только не бойся! А чего бояться? Я держу! Ты знаешь, что ты чокнутый? Ты цел? Ага. Хорошо. Идем дальше. Должное разрушать твое призвание. Помни это, голова. Помню каждый миг. Ненавижу страны Мидгард. С чего вы взяли? Потому что этот молот сюда по тебе упал. Ну, если найдем их, напишешь мне. Да что с тобой такое? Чую снова. Отец! Боже. Это они были с Бальдром? Племянники? Да. Магни и Моди. Сыновья Тора. Мама говорила, что асы худшие из богов, а Тор худший из асов. Небось и отец плохой. Они уже не дети. Им нет оправданий. Как же Синдри? Они его не найдут. Большой обеденный зал. Весь Мидгард завидовал. Странно, я помню, что тут был огромный канделябр. Оживлял обстановку. Вон. А, да. Трума! Тебе всегда нужно что-нибудь сломать. Как будто бы трон Ярла был как раз за этой ледяной стеной. Так, вперед! Мальчику нужна помощь! Мальчику нужна помощь! Береги! Что-то впереди. Видишь, он жив? Но нам лучше исчезнуть, пока не явились сыновья Тора. Эй, Синдри, взгляни-ка вот на это. Ладно, мне все равно заняться больше нечем. О, путники. О, мерзкие. Вонючие, покрытые мелкими тварями. Но броня роскошная. Попробуем сделать из нее что-нибудь более чистое. Да? Да, я готов. Отличная вещь! Я плохого не посоветую. Или... неважно. Huh!